У ВСУ есть новые успехи на бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона. Мы имеем продвижение на бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам. Идет давление на врага. После более детального анализа и проверки будут предоставлены данные по территорию, которую удалось освободить, пообещал Сергей Череватый. Горячо и на Лимано-Купинском направлении. Тут враг пытался 10 раз атаковать позиции ВСУ и 603 раза нанес удары разными типами артиллерии и совершил 9 авианалетов. В Институте изучения войны со ссылкой на российские источники утверждают, что ВСУ продолжали наступательные операции вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и добились успехов к северо-западу от Великой Новоселки. В ответ, по наблюдению Института изучения войны, оккупанты у Бахмута выводят силы из других регионов Украины. В частности, захватчики заменили полк ВДВ на Лиманском направлении неустановленными силами территориальной обороны. Вместе с тем ВСУ отбили наступление захватчиков на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Кроме того, ВСУ прожаривают россиян в районе Антоновского моста. За минувшие сутки на этом участке фронта уничтожено 49 оккупантов и 15 единиц техники. Как отметила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, у Антоновского моста сейчас идет мощная боевая работа. Сейчас идет мощная боевая работа, в частности, акцент на контрбатарейной борьбе. Особенность линии фронта в нашей зоне ответственности – она пролегает по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано вследствие той катастрофы, которую создали рашисты, взорвав Каховскую плотину. Накануне в Институте изучения войны указали, что группа украинских военных якобы удерживает там позиции и нанесла значительные потери российским захватчикам. Тем временем командующий военно-морских сил Украины Алексей Ниишпапа заявил, что уничтожение крейсера «Москва» и освобождение «Змеиного» – только начало. Об этом он упомянул в своем поздравлении военных моряков с их профессиональным праздником – Днем военно-морских сил.